Шатойский район стал новой точкой сборов для чеченских бойцов ММА и спортклуба «Ахмат». Чистый горный воздух и богатая лесом местность благотворно влияют на общее физическое состояние спортсменов. Каждое утро команда бойцов ММА и спортклуба «Ахмат» начинается с пробежки. Разбивка по парам, бой с тенью, шлифовка техники ударов. Мы приглашаем лучших специалистов, лучших спарринг-партнеров. У нас очень амбициозные, далеко идущие планы. Бойцы клуба «Ахмат» должны быть представлены в UFC, в Беллаторе. Все это, конечно, благодаря помощи и поддержке главы республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который является основателем клуба. Так, здесь взял, разорвал. Раз, два, три. И снова Борис. Для себя, как дополнительное задание, ищите место и положение. Эффективная защита и правила болевых приемов. После пробежки в зале спортивной базы в Шатое молодые бойцы продолжают обучение у известных российских тренеров ММА. Ребятам показывают весь арсенал секретов ударной и борцовской техники. В горной местности, конечно, здесь другой воздух, более чище воздух, и его меньше. И на этом фоне, конечно, многие бойцы специально тренируются в горах. Приятно, что ребята от души тренируются, они все схватывают. Они, даже когда я проводил свою тренировку в парах, каждый хотел со мной поработать в парах. Все 14 дней тренировочных сборов в горах Шатойского района были разбиты на 5 фаз. День борьбы, клинча, ударной техники, работа на снарядах и спарринги. Свои знания показывают чеченским бойцам легендарный тяжеловес ММА в России Сергей Харитонов. Мы должны передавать свои навыки, передавать свой опыт, мастерство, потому что ребята сегодня тренируются здесь, выступают на местных турнирах, завтра они будут представлять Россию на международном уровне, на мировых аренах, в Америке, в Европе. Так что мне приятно тренироваться в нормальной, дружественной, здоровой обстановке. Магомед Бибулатов, 4-кратный чемпион мира по кик-джитсу, воспитанник РСК «Ахмат», успешно выступает на мировых боях по смешанным единоборствам. Американская организация UFC, лидер в мире ММА, уже планирует подписать с ним контракт этой весной. Дик тренер, что массу ударная борьба, да физика ее что дик тренер, блин, ну как хотя а как шейн хук, он говорит, а как арфайт хавит, то известно бойцы, что лерез хуял удар сон, Рамзан, а то еще на меня, что я, что постоянно тут он сбор шада, что шады каплачу, дешь, то команды ру обузей, дюсмурада, что годот он, лерез хуялся. Молодые бойцы получают на горной спортивной базе и специальное питание. Меню разработано спортивными диетологами. Это весь комплекс витаминов, белков и углеводов. После завершения сборов команда готовится уже к весеннему чемпионату ММА в Грозном и выездным поединкам в Грузии и США. Адлан Дудаев, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости.